Я хочу показать сейчас, как найти плейлисты на моем канале. Наташ, ты смеешься. Ну скажи, что это не я, Извращенко, это не такие, такое видно. А что это такое? Вот что это? Ладно. Вот сколько на одном месте, я что хочу сказать, для того, чтобы попасть вот на эту страницу на мой канал, вам необходимо кликнуть на мое имя Флойда Ялта, где угодно, в комментариях, где угодно. Вы кликаете Флойда Ялта, открывается вот этот вот. Вот этот вот канал. Ну, естественно, сразу открывается это видео. И здесь есть плейлисты. И вот тут вот мы насобирали вот такие вот орешки. Вот они. Это, вот, например. Где? Там, вы можете выбрать каждое видео, либо можете воспроизвести. Нажать сюда, и будет производиться полностью весь плейлист будет прокручиваться. Плейлистов у них очень много, наверное, штук, Это вообще не пальма, я не знаю что. Какая-то развратная, какая-то сексуальная, какая-то эротическая пальма. 50, чтобы не соврать. Ну, иначе назвать. У нее, наверное, есть такое название. Не, ну вот это что такое? Вообще, опять что-то такое. Все, что ли, а где остальное? Что-то мне мало, если честно. Не, ну а вот это что такое? Прям такой размерчик. Действительно. А где же остальные плейлисты? Странно. Очень странно. Дальше, что я хочу показать? Что можно сказать? Обсуждение. Вот здесь можно оставить сообщение на моем канале. Вот как много сообщений. Я их читать не буду, потому что я их все уже много раз читала. Ну, немного, но один раз точно. Вот это нужно удалить, потому что... Не оставляйте, пожалуйста, свои имейлы. Не оставляйте информацию о себе, потому что могут нехорошие люди смотреть и писать вам даже от моего имени. А мне бы очень этого не хотелось. Дальше. Чтобы отправить мне личное сообщение, вы кликайте на сведения. Ага. Я не могу сама себе отправить сообщение, поэтому здесь нет. Итак, на примере, например, я пишу «Привет». Хотите, потому что кто хочет, тот всегда найдет. Это мое твердое мнение. Я не могу понять, почему у меня так мало плейлистов. Но это, наверное, опять-таки только лишь потому, что... Странно. Итак, ладно, вот тут я есть на Одноклассниках, тут я есть в Гугле, тут я есть в Твиттере, и тут я есть в Фейсбуке. Ну скажи, что это не я, Извращенко, это не такие, такой вид. Ну а что это такое? Вот что это еще? Вот сколько на одном месте, насколько их этих растет. Вот эти вот уже стали толстенькие, вросли в землю, и уже они перестали уже быть пипочками. Стали полноценными членами общества. Нажимаете на видео, тоже вопрос. И спрашивает, как посмотреть ваше самое первое видео. Вот, сначала старые, пишет. Сначала старые. Вот выходят сначала старые. Первое, второе видео, третье видео. Кстати, надо посидеть и поубирать, потому что вот это видео вообще очень плохо снято, потому что была старая камера. Надо некоторые поубирать. Это вообще 4 года назад, 4-5 лет назад. Ой-ой-ой, это сколько я уже в YouTube, 5 лет. Подружка моя, Галиночка, это Сьянка. Тренажер не стал здесь. Как давно сюда не заглядывала. Да, ладно. И чтобы продолжить этот список, нажимаете, кликайте еще. И будет вам еще. Но я и сама даже не помню, что у меня такие видео есть. Аквапарк. Я опять купила билет на целый год на аквапарк, как резидент Флориды. Я могу купить один билет и пользоваться. Сыночек еще худенький здесь у меня. Совсем мальчишечка, 5-4 года назад. Это Ялта, 2009 год. Дети мои. Как интересно, даже самому интересно посмотреть. Гей-парад. Принятие гражданства.
сама прям, это Доминикана, мы с детьми ездили, с дочкой, с внуком, потому что они не могли получить визу, мы опять отказались. Им сердце было изорвано, и мы поехали, встретились с Доминикане на нейтральной территории. Как интересно. Да, это все Доминикана. Это уже Орландо. И опять Доминикана. Данька еще маленький. Сейчас у него рост, моего внука, 2 метра. 2 метра уже 2 сантиметра. А тогда он еще маленький был. Вот тут мы с девчонками ходили в лес, когда рисковали своей жизнью, встретились с крокодилами, залезли на чужую территорию, на частную. И нас на улице уже ждал полицейский. Как интересно, даже самое интересное посмотреть. Ладно, буду заканчивать. Еще поначалу я нумеровала видео, потом уже все сбилось. Ну, шапочку себе такую сама сшила, джинсовую, потеряла ее. На острове потеряла, на Сен-Мартин. А, девчонка, девичник у нас у Мильяны дома. Так интересно. Интересно посмотреть вот то, что было, например, 3-4 года назад. Для меня это сейчас интересно. Надо как-то выбрать время и просто посмотреть. Майами, поездка в Майами. Вот вид 17-го этажа в Майами, это не угали. Ладно, все, я хотела, собственно, показать всего ничего, а ушла так далеко. Муж у меня спит, поэтому я так говорю шепотом. Все. Что еще показать? Сведения. Сведения показала, обсуждение показала, видео показала, дом показала. Добавленные. А, вот можно показать плейлисты. Вот. Вот так вот интереснее будет. Вот они, плейлисты все мои, ага. Опять же они. Их можно вот так показать. Либо вот так показать. Либо вот так показать. Да, вот они все мои плейлисты, вот как много их. Вот тут обо мне мои рассуждения, в основном все, ну, понятно, рассуждение это рассуждение. Это мой любимый Тони, солнышко, мой любимый мальчик, мой золотой. Хэллоуин. Тут все с моим мужем. Кулинарный рецепт, этот разговор о красоте, о диете, о любви. Жизнь прекрасная и удивительна. Дикая природа, конечно, те, кто бывает здесь во Флориде, обязательно нужно посетить дикую природу. Инвалиды-пенсионеры, что посетить, университеты, моя юридическая практика, гадание таро, предсказания, у нас тут есть городок маленький, Асадага. Там так интересно, там мы ходили с Танюшкой, гадали. Видео недоступно. Все удалено, странно. Я все удалю. Траля-ля-ля-ля-ля-ля. Ладно. Все. И в Диснейленд. Скоро в Диснейленде получится, появится много видео, потому что я купила билеты, как я уже сказала, и буду часто. Все. Здесь вот мои любимые каналы, здесь можно найти. Ладно, это уже понятно. Все, всем спокойной ночки. Уже все объяснил.